Отойди! Ай. Да я не хотел! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Скайфорум, Гусанёк, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем здорово. Всем привет. Самая крутая рубрика на моем канале – аниматроники пугают охранника. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, ребята, сегодня у нас очень жесткие аниматроники, будьте внимательны, очень. Ой, я включил главный зал, и он нас убил. Вот это он быстрый, и сразу троих убивает, видите, какую мощь? Просто мощнецкий аниматроник. Все, давайте я буду с правой стороны стоять. Идет с правой стороны. Очень медленный аниматроник. А, я промахнулся. Да я так запереживал, не ту кнопку нажал, серьезно. Так, что мы будем сливаться сегодня постоянно или что? Я не понял. Эй, что за слеповуха? Так, давайте я с правой стороны смотрю. Так, или два ты справа тогда, или два я. По камерам тоже чекай, где он там. А вот он стоит, а я его там выглядываю. Они ж быстро бегают, да, если он шип будет нажимать? Да. Я понял. А вот он стоит. Так, 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 я стою и смотрю. Он бежит, я успел закрыть! Отлично, блин, а страшно, ребята, очень страшно. Вот это он псих. Так, с левой стороны внимательно, он тут еще, он тут. Ноги свои вонючие здесь показывают. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Мы выпускаем классные видосы каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Так, он там, он не уходил. Я знаю, что он там стоит в углу. А давайте мы камеру там включим и посмотрим просто. А вот он. Все, он бежит с левой стороны. Быстрее закрывай. Так дверь закрыта была. Как он нас убил? Ты что там ногами убивает? Что за читерство? Эй, аниматроник, псих что ли? Стоит, стоит, я вижу его. Не стоит, вроде как стоит, а что он там стоит? Да. То, не, камеры не. Залагали, да? Да, да. Вот он здесь. Вот это у него стрёмные глаза. Танцует здесь сейчас стоит, весь в латках. Ушел. Ушел, ушел, ушел. Давайте смотрим, выйдет он или нет. Все, вышел. И все, опять залагала картинку. У нас камеры, пацаны, глючат, что-то с проводкой. Все, дверь открыл. Никого нет. Стоим, стоим, внимательно. Как он убил? Да чё за бред? Как он так убивает? Я вижу, гуляет. Ходит, бежит, я успеваю закрывать. И не получается. Отлично, я рада, когда у нас получается закрывать двери. Так, смотрим. Опять зависло. Так, давайте мы другую камеру попробуем включить. Вот, Монти идет, Монти. С твоей стороны вроде идет. А не, вот он здесь, я уже перепутал. Еще страшнее. Вот у него зубы, смотрите, какие просто зубища. Его глючит, пацаны. Ушел. Давайте я закрою дверь. Я успел дверь закрыть. Че? Пустите. Убил? Открыл. Закрыл. Закрыл, говорю. Он здесь, он здесь. Он там? Да. Отлично, отлично. Уже бомбы липучки наставить, чтобы мы видели, где он ходит. Он идет, закрывай. А какая жопа, а? Стрёмный челик. Ты, наверное, лучше закрой. Скажешь, когда закрывать? А? Один на кнопках, один смотрит. Ребята, по-другому никак. Очень жесткие аниматроники. Идет? Неа. Пойдем мы камеру включим с этой стороны. Вот. Мы смотрим с правой стороны теперь камеру, я увижу его. Он так смеется прикольно. Идет, я вижу, идет. Ай, блин, да что ж ты стоишь в проходе? А, он с другой. А я не с той стороны камеру включил, я перепутал. Вот это угарчик у нас. Выдай мне бомбы липучки, выдай мне тоже. Во-во-во, отлично, отлично. Да все, хорош. Запасик есть бомб.
Сейчас будем липучки, ребята, ставить. Будем его взрывать. 60 штук, пацаны, мне выдали. Нормально. Так, он с правой стороны пока что стоит, да? Он не сзади тебя? Его нету сзади? Мне кажется, он тут стоит. Так, с правой стороны стоит. Пацаны, лепите бомбы, лепите. Он загораживает камеру, чтобы я ничего не видел. Представляете, какой хитрый? И ржет в камеру. Неадекват. Прям как мы, психи-охранники. Вот он. Лично. Ушел. Ушел. Так, давайте переключаем камеру. Он зашел в игровую вроде бы. Давайте посмотрим. Это баги с камерами. Проводка глючит. Старая пиццерия очень. Никого? Вы наставили бомбы там, пацаны? Да, посмотри. Слева. А ну-ка, дай я посмотрю. Ой-ой-ой, красота. Молодцы, пацаны. Молодцы. Так, давайте включим мою сторону. Он справа там. Ну, я его не вижу. Ой-ой-ой, отлично. Это знак то, что он идет. Это хорошо. Так, ты смотри с той стороны, где он там? Да, вот он здесь. Так. Что это с ним? Аккуратно, сзади тебя бомбы! Да ну... Надо было на корточках стоять, что я отошел. Блин, убил нас. Ну мы подались, да, специально ему? Я закрываю двери на всякий случай. А что там за звук? Тележки или что? О, заезжай к нам! Заезжай на тележке, заезжай. Осторожно, осторожно. А что ты нам там привез? Вот это угарчик. Нормально, тележка тоже классная тема. Ой, ой. Ого, пришел. Фредди пришел. Ушел. Идет, 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 идет. Закрывай дверь. Нет, не закрывай. Бросьте, я... Открывай, открывай, закрываю. Да дверь закрывайся. Блин, я его боюсь очень вот сильно. Вот, Дим, он с этой стороны. Да блин, я камеры переключаю, мне всегда кажется, что он с другой стороны. Все, его колбасит. Так, пацаны. Пока не ставят мины, я сижу в тележке и кайфую. Ну, конечно, это ты умеешь. Все, заминировали там немножечко. Все. На тебе, подлец! Пойдет. А может его давайте помочим? А давай. Чтобы он не только нас убивал. Давайте, ребята, мы в этом ролике тоже немножко над ним поиздеваемся. О, монетка! Где моя монетка? А ну, отойди от двери. Когда он будет сюда идти, я его убью. О, красные гранаты пошли. Вот это мне уже нравится. Вот это уже класс. Не убил? А, то, блин, я аниматроник. Так, так, так. Вот он ходит. Давай попробуем вот так убить. Ай, монетка просрала. Сейчас еще разок. А, блин, не хочет что-то убивать. А может, сзади что-то находит? Блин, не хочет стрелять. А вот так вот. Блин, только монетки для трач. Отойди! Ай. Да я не хотел! Так, 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 я вижу, он ходит. А где он ходит? Вот он с этой стороны ходит. Я закрыл! Да я же вроде успел закрыть. Не успел. Это тут все в дыму. Так, ребята, я беру, короче, красные гранаты. Буду его красными гранатами уничтожать. Так, выдаю себе много гранат. Побольше гранат. Все, отходи. Погнали, закидываем. Только близко не кидай. Все, с левой стороны он не пройдет. Не сможет пройти, мы его должны замочить. Гусонек, ты что, сам себя убил? Да я там его убиваю. А, понял, мы тоже с этой стороны его не пускаем. Да что ж ты делаешь? Эту гранату кинул. Да ты что, пользуешься гранатами не умеешь, как я? Да. Молодец. Кидай гранату, кидай. Он не должен пройти здесь. Так, надо побольше накидать, потому что он чувствует, может пройти здесь. О, отлично. Хорошо получается. Ой, что-то меня дамажит. Вот это мы закидали там проход, ребята. Не сможет пройти никак. Ну давай, попробуй пройти с левой стороны. Давай. Надо прям поближе чуть-чуть кинуть гранатку. Вот так вот, это максимум, что можно кинуть поближе. Еще выдаем.
Кидаем, кидаем, кидаем побольше. Ой! А ну что ты делаешь? Ой, я его там вижу, у меня светится вроде его никнейм. Он пройти не может, ребята. Там очень концентрированная отравленная граната. Очень. Вот прям нереально пройти. Все, пацаны, левая сторона полностью закрыта. Я вижу, как его дамажит. Так, что у нас еще есть? Так, так, так. О, РПГ. Погнали. Сейчас туман рассеется. Надо еще кидать гранаты, пацаны. Сейчас рассеется. Даем. Вот это жесть. Мы его так и не убили еще? Нет. Это очень странно. Мы должны его были замочить. А я сейчас выйду на охоту. Если сейчас вот этот гранат спадает, я иду его мочить. Да блин, он жопа... Да вы что, пацаны, там дверь не закрыли? Да они были закрыты вроде. А как он прошел? Это же нечестно. Так, что у нас еще есть такое прям жесткое? Где он, пацаны, вы его видите? Нет. Я его тоже не вижу. Он, наверное, запрятался, пацаны. Убил, убил. Он в офисе. В офисе? Все, давай, ждем его, встречаем. Ой. Где, где, где он? Блин, да что за фигня? Я на правую кнопку мыши стрелял, не на левую, потому что на левую я бы сразу бы убил. А что там, жизни отнялись у него? Интересно, сколько у него жизни? 9000. Осталось? Да. А было сколько? 10000. Ты 1000 всего вынес. Ну все, я разозлился, очень сильно разозлился. Мы должны его убить. Да ты, зараза, со спины зашел! Блин, ребята, он нас обманывает, очень сильно обманывает. Все, теперь я ему точно не дамся. Да ты, зараза, откуда он взялся? Я еще так прикольно на шпагат сел, на шпагет. Отлично, отлично. Он все равно убил. О, я теперь знаю, как он меня не убьет. А если он подойдет, его Фокси убьет, сам свой же. Вот это классная тактика, ребята, очень крутая тактика. Есть, мы его убили. Ну чё, щенок, все? Ты уже не такой модный? Видимо, да. Ну все, все, ребята, мы его смогли ему замочить. Давайте еще пару раз, надо его точно убить. Чтобы он понял, что охранники не такие уж и простые. То вначале он нас хорошо понаказывал. Убил, убил нашего. А! Чё это было? Ты самого себя взорвал. Так я ничего не нажимал. Ай! Да блин, да смотри, убил меня! Не, ну это уже не шутки, я вам скажу. Это я сильно разозлился. Очень сильно. А ну-ка, может он где-то здесь? Нет, его здесь нигде нету. Может он где-то здесь? Ага, дверь закрыта. Вот же ж крыса. Да он хороший такой игрок, хорошо играет, мне нравится. Ну мы подаемся, да, ему, пацаны? Да. Ну все. Может он в туалетах? Нет, ой. Вот, я видел его, здесь. Все, я встал в таком месте, где он меня не сможет убить. А где он заныкался? Мы его, ребята, не можем найти. Это прям какой-то читер вонючий попался нам. Да я его нашел, я его убиваю, только сам себя убиваю. Я его убил. Где, где он? Ну все, ребята. Все, последний раз его мочим. А что ж я... Так кто меня убил? Радекс, ну ты чего? Он там возле тебя был. Так а что, надо было убивать меня? Надо же жалеть своих охранников. Ты тоже админский пистолет его гасишь? Да. По-другому никак. Ну да, он очень мощный. На улице нельзя выйти? А свой аппарат? А потом? О, привет. Привет. Давай, давай, идем, идем.
А я тебя знаю. Ты конченый. Да как эта пуля сквозь него, что ли, прошла? Чё за бред? Мы должны его убить последний раз. Давай. Все, я очень сильно злой. Очень. Ну, где ты? Я его видел, сквозь стены тут проходил. Видел. Чё-то наш. Он наш ВОСП офис побежал. В офисе? Да. Хорошо. Ай, блин. Я его жду. Да ну зачем вы это делаете? Ну гусанёк, это я, ну что вы? Да, мы его так никогда не убьем. Ты просто похож на аниматроника. Да какой у меня форма охранника, ты чего? Подаю, повынадают админские пистолеты, давай друг друга мочить. Ну мы должны его убить последний раз, ну где давай. Он? Давай. Так давай, где он? Да здесь опять гуляет, ай. Ой, блин, гусанёк, отвечай, я думал, там это вон стоит. Все, он убил его. Все? Да. Ну давайте по-честному, аниматроники лучше сегодня играли, он прям классно нас обманывал. Конечно, читерил немножко, я когда проигрываю, всегда говорю, что кто-то читерил, на самом деле он классно играл, и аниматроники сегодня победили охранников. Мы бы вообще никогда не выиграли, если бы мы не брали админские пистолеты, поэтому он победитель. Бывают, конечно, да. Ролики, когда аниматроники проигрывают, такое бывает. Но редко. А что вы это себе в тележку админским пистолетом стреляли? Надо отойти. Она взорвется. Ой-ой-ой, что она там, что, бензин в ней, что ли? Если вам понравилась эта серия, я вам поднял настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.